Как вы думаете, насколько опасны места слияния рек? Привет, с вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Места слияния рек могут таить три опасности. Первое. За счет соединения двух потоков течения усиливается, и человек может с ним просто-напросто не справиться. Особенно это характерно для случаев, когда в одно русло входят две крупные реки. Например, Обь и Иртыш под Ханты-Мансийском. Вторая опасность заключается в перепаде температур, когда более теплая река сливается с более холодной. У человека может возникнуть мышечный спазм. Третье. Это водоворот. На реке его называют суводь. Правда, он образуется при слиянии двух рек не всегда. Обязательное условие – наличие преграды. Это может быть часть берега, мост, большой валун или плотина. Преграда должна вступать при соединении рек или реки с водоемом под каким-либо углом. И все равно, водоворот водовороту рознь. Если ширина суводи составляет до 1 метра, бояться его не стоит. Опасность вызывают лишь крупные, шириной около 15 метров и глубиной до 5 метров, а также образующиеся в местах слияния горных рек. Как правило, в последнем случае водоворот закручивается из-за подводных камней. Но такую суводь видно невооруженным взглядом, и потому попасть в нее случайно практически невозможно. В интернете встречаются советы, что в водовороте надо постараться достичь дна, а потом, оттолкнувшись, выплыть. Но это абсурд. Опасность представляет не только закручивающаяся вода, но и само дно. Мы не знаем его особенностей. Возможно, там камни или, напротив, коряги. Последовав такому совету, можно получить травму. И тогда выплыть на поверхность будет намного сложнее. Если вы попали в суводь, важно не паниковать. А напротив, постараться максимально расслабиться и плыть по течению, двигаясь немного по диагонали к берегу. При попадании в суводь помните, что она обычно образуется против течения. То есть, если воду закручивает, к примеру, по часовой стрелке, двигаться нужно в обратную сторону. Если же у вас произошел мышечный спазм, можно подтянуть носок на себя. Это должно помочь. В противном случае придется выплывать на руках. Для лодок места слияния рек также могут быть опасны. Если одно течение мощнее другого, переплыть русло может оказаться непросто, так как судно будет разворачивать на значительный угол. Лучше проходить это место на повышенной скорости. Что же касается суводи, опасность несет лишь та, которую образовали горные быстрые реки. В противном случае лодка вряд ли перевернется. Как правило, для судов закручивающееся движение воды в реках не представляет серьезной опасности. Главное не столкнуться с плавающими в потоке предметами. Угрозу несут лишь водовороты, образовавшиеся в морях и океанах. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю, до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!